никто из должностных лиц не давал приказа не стрелять. Об этом на заседании постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности заявил 30 ноября заместитель министра обороны Арман Саркисян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционного блока Армения Гигама Манукяна. Как передают армянские СМИ, депутат в частности напомнил, что 20 мая премьер-министр республики Никол Пашинян выступил с заявлением. Он тогда заявил, что по всей линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими военнослужащими возникли массовые драки. Министерство обороны, в свою очередь, исходя из всего вышесказанного, должно пояснить, почему граница должным образом не защищалась. Почему, вместо того, чтобы открыть огонь по нарушителям, военнослужащие применили против врага палки и лопаты? Провело ли тогда Министерство обороны хоть какое-то расследование? Почему на передовой не стреляли, а пытались пресечь продвижение противника рукопашной схваткой? Поинтересовался Манукян. Саркисян в ответ отметил, что массовые потасовки на границе – это последствия, которые на тот момент сложились в связи с возникшей обстановкой. Сейчас проводятся соответствующие расследования, и мы обязательно сообщим об их результатах, сказал замминистра. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.